Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трего. А мне семечек. А мне. Здравствуйте всем, ребятки. С вами расхититель мусорных баков. Мы подъезжаем к помойке на Димином Матизе, потому что, блин, на улице зима, похолодало. Да, я выйду, Тим, расхищу кормилицу. Да. А мне куда? А я не знаю. Сюда. Некуда ему было сейчас встать. Ну, а я пока поработаю. Правильно же, ребятки. Нифига себе, Giant перчаточки. Велосипедные, офигенные. Да, вынос. Спокойно. Тихо. Чувак. Тихо, там подарки запечатаны. Это мне на Новый год. О, лего. Смотри. Ебать. Это сахарница новая. Что, смотри, посуда. Посуда новая. А, это кто-то купил? Это все посуда. Ребят, новая посуда, 1900. Смотри. За 1900 рублей такую вот сахарницу продавали. Это тоже такой набор, вилочка, все, вот это вот для сладенького, для десертов. Смотрите, да, это ложка для масла вот такая. Все понятно. Английская коллекция. Лебедь с ложкой, это тоже что-то там для масла. Нифига, какой чайник. Ребят, это вообще набор, вообще шикарный. Это весь набор. Может, да, 1005 его убрали, но, по-моему, почему-то выкинули. Вау. Какие штанишки. Смотрите, ребят, это лыжные. Лыжные штаны дорогие, топовые целые. Местная пятерочка краснодарская, Гранат Маркет, вот. И кормилица здесь. Вот шляпетки Демикс. Целенькие, вот, с выносами. Смотри, что это такое? Это, подожди, группа по... полипластик. Это картина с подушкой. Картина с подушкой. Как это понять? Ребят, что это такое? Объясните. Как может быть картина с подушкой? Для чего это? Не надо ее обсыкать. Мы ее заберем. Это что-то интересное. Что нашел? А, насос для матраса. Конкурентов нет. Все, погнали. Кормилица наша. Наша кормилица. Осталось тут что-то найти только вот. Ой, погнали, Диме, кормиться. Кормимся с кормилицы. Так, О, полотенечко на тряпочке. Эти дядю няде. Дракон какой, смотрите, прикольный. Он должен был как-то выстреливать, а поломанный он. Но в целом играться им можно. Я вот так тоже своего дракончика вот так ему делаю. Ой, это с моего дракончика вылетают вот такие штуки. О, вынос с хаты божественный. Сюда даже сжало несу, и тут ноутбук. Это принтер. Техника, аллилуйя, аллилуйя, техники нашел, Дима, не дай бог, я смотрю. Руки свои запустишь, я буду бить по рукам, вот хочешь залутай коробочку, блять, это что, а, это зеркальце, можем взять целое, Дим, там стек, Диме. Опа-на. О, блок питания. О, вау, какой дракончик, Диме. Это у тебя грибок ног и вот такие вот микробы, понял? На ногах у тебя обитают. Дим, да тут одна биба. О, Диме тазик в гараж мыться. Он даже не треснутый. Диме ванночка в гараж. Да открой дверь, блядь. Вот тебе надо ноги мыть в гараж. Нет. В смысле нет? Я к тебе буду ездить. Каждый день, блядь? Тебе каждый день надо перед сном их мыть. Не буду в холодной воде. Какой холодной? Греть, сука, будешь, блядь. Я тебя сейчас этим тазиком переебу, блядь. Проще к тебе приехать и помыться. Каждый день ко мне ноги будешь ездить мыть. В гараже будешь мыть, а у меня полностью мыться будешь. Не... Хуйню давай не неси. О, примери, кстати, хорошо сейчас будет. Солнце не будет палить. А он покажет. Ебать ты модный. Ты как с обложки этих компакт-дисков. Ой, какая интересная кормилица прям. Очень-очень сытная. Ой. Ну, аккуратненько тут все осмотреть на наличие находок. Мыльно-рыльного. Кусочки, тюбички. Ну, тут немножко совсем. Советская маска водолазная. Цена 80 копеек. Блин,
Так это ценится. А, она, смотри, ей жопа. Это уже будет пропускать воду. Кто-то может в последний путь занырнуть с этой маской. Вот это знаешь, как приятно вот этим получать? Вот сюда, по сахарке. Ого, ого, коробочка от AirPods, как будто там что-то есть, ребят. А, не, нету. Это, кстати, от паленых AirPods. Ух ты, кобелочка. Ого, ребят, ребят, Сбермаркет, толстовка, толстовка XL, Сбермаркет, охренеть, Дим, у тебя Яндекс.Маркет, но теперь будет Сбермаркет, одень, это новая толстовка, Дим, померяй, у меня техника тут, охренеть, блоки питания, вон, быстрая, смотрите, блок питания быстрой зарядки, вот, чуть в говне, так вот, капец, я слепой, ребята. Капец, я слепой. Вот тоже новая куртка Сбермегамаркет. Это какой-то курьер устроился. Потом взял, уволился. И выкинул ее. Ебать, да это по помойкам лазить. Ты в Яндекс.Маркете будешь, а я в Сбермегамаркете буду куртки. Капец, она теплая. Смотри, тут в кармане что-то есть. Вот в этом, дождевик. А не, весь набор курьера, перчатки. На мопеде ездить, да, Дим? Все, теперь мы с Димой курьеры, и как раз машина соответствует. Капец, она теплая, да? Так эта куртка бабок стоит, ребят, больших. Курьеру, видимо, выдали это бесплатно. Он, короче, нафиг все послал и все это просто вышвырнул. Бэйби, 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 AirPods, сука, сюда, блядь. Пустая коробка, блядь. Дим, антенна. О, целый пакет техники. Педалька. Не, ну антенна вот это не купят, она поломанная. Да и педаль это никого. О, прикинь, крепление в машину для телефона. Правда, оно походу сломалось. Да, оно не держит. Может, должно фиксировать там. О, смотри, чувак. Ебать, чё? Это нет. Дай гляну. Говно. Модель BQ. 8055G, Wi-Fi, Bluetooth. Это планшет, но бюджетный. Сразу планшет достал. Капец, тут тебе повезло, блин. Ну да. Нормально, но он битый экран, по-любому он не будет работать. Ну, но может будет работать, будет, кстати. BenQ Mobile, это древний планшет. Ну все равно классно. Он тут прям сразу лежал, ребят, представляете? Ребятушечки, а теперь музыкальная пауза. А нядя ни диня, а Димечка Диме, а нядя ни диня, а Димечка Диме. А, это блендер. Это блендер, его кто-то уже расчехлил. Ой, ебать, смотри, перчатки конкурента обалденные. Стропа. А? Это топ, чувак, вот это топ, перчатки обалденные, помоечки драть. Стой. Это что такое? Это какой-то набор. Да. Пищевые добавки? Забираем. Ребят, что такое? Непонятно, что-то мы нашли. Может, вы знаете, что это? Американское что-то? На русском ничего не написано. Какие-то тюбики. One Hit Wonder. Кофта, покажи. Чувак, это мне. А, там рукавам пизда. Ну, это для помоек реально, убитая она. А нядя не диня. О, мангал, да не. О, стоп, это что? Это новые сумки. Ребят, посмотрите, целый пакет новых сумок. А ну, распечатаем вот одну. Фу, боже, это что? Это вообще биба. Такая биба, ребят, посмотрите. Это такая биба. Ну, я буду в шоке, если это будут покупать. Неплохо. Если мы каждую из них по 100 рублей продадим, о, тут ценники есть какие-то, бирки, бирками сумки, то это будет очень хорошо, если по 100 рублей их купят за одну штуку. Что там? О, пупырка. Прям запасы огромные. Опа! Луковые колечки, кепочка бомжарская. Ой, а какая жидкость, ребят, это же антиобледенительная жидкость. Ух ты, это нам надо. Антиобледенительная жидкость. О, помоечка дарит автохимию. Это точно омывайка, а не антифриз? Может, это тормозная жидкость, Дим? Выехал. О, коверчик хороший. Вот прям в гараж свежий постелить. Нифига, прям в гараж вот свежачок постелим. А ну,
Ну да, он более-менее такой хороший. Слышь, Дим, понюхай его, он не воняет собачатиной. А на мне шлем. Дим, можешь проверить его? Я-то понюхать его. Нет, пахнет, как будто постиранный. Да? Ну сматывайте, забирайте. Я пока залутаю кормилицу. А чё ты? Что? Аж кудишки начал парить? Снюс, потому что лень. У Димы снюс закончился, осуждаю. Пылесосик. Вот он еще, кастрированный. О, не, целка, с проводом. Ребята, это 1000 рублей. А если хороший рабочий, мы им вообще в гараже будем пользоваться. Правда, он мешковой, но это, в принципе, не проблема. Мешок этот чистится, проблем в этом нет. Надеюсь, рабочий. Сейчас люди на Новый год им технику дарят, хорошую, новую, а старую они вот выкидывают. Поэтому находок будет очень много. Ну, надеюсь я как бы на это. О, капец, сколько посыпалось, это что? Кондиционер для детского белья, вообще почти полная бутылка. Ребят, смотрите, кто ко мне в гости приехал. Дими старший, мой крестный отец. Я думаю, только олды его помнят, да? Всем привет, ребятки. О, нифига там картина. Вау, какая красота. Вот это мы возьмем. Собирали из бисера, ребят, тоже по значкам всяким, по номерам, типа лев. Но не дособрали, но все равно выглядит офигенно. Для обертывания. О! Горячее дренажное обертывание. Дренажное обертывание. Дренаж. Жесть. Что только не придумают эти мыльно-рыльные компании. Слово дренаж. Это же, блин, дренажные системы на дачах для того, чтобы вода уходила. Умывальник. О, чемоданчик. United Colors of Benetton. Нифига, классный. О, антистрессовая. Кица. Помоечка дарит антистресс у ребятки. Помойка кормит, ребят. Видели? Помойка кормит. Мы сегодня на двух легендарных аппаратах. На электрическом мопеде грузовом с надписью «Помойка кормит». Моя разработка. И Honda Goura Up грузовой, который стиральные машинки возит с кайфом. И на заднем колесе еще можно бам-бам. Ну, в общем, у нас очень грузоподъемный транспорт. Главное найти столько находок, чтобы было это все куда вмещать. Ну, а есть куда вмещать. Ну, а куда что? А где все? Так, Дим, успокойся. Не надо шуметь. Надо это делать бесшумно. Клобук ебучий. Сука. О, ты видишь, какой я сильный. Клобук ты ебучий, блядь. Дима чуть не проехал кормилицу знатную. Она, конечно, редко находками балует, но она сытная. Посмотрите, сколько пакетов. Есть где залутаться прям. О, вынос с хаты у меня тут. Вот, с рынка шляпеточки. Капец, кто-то погрыз реально. А может, это просто угол лестницы так аккуратненько? Это вынос такой вот. Смотри, с днем рождения. Дима, не рыпайся поперед бати. Я тут уже залез сюда. Дима, я сюда уже залез, все. Ребят, впереди сейчас будет помойка, где обитает злая тетя, которая на прошлом видео на меня ругалась, мол, типа, что я роюсь в помойке и что я нищеброд. Вот, она меня унизила в тот раз. Надеюсь, она сейчас не придет и не начнет меня опять здесь унижать. Тут тогда баки вот тут стояли. Прикинь, офигеть, батон это я оставлю, но здесь пряники. Обалдеть, мягенькие, хорошенькие. С чайком в гараже залетят просто. У меня уши будут заворачиваться от этих пряничков. Тут вообще всегда голяк. Не факт, что сейчас что-то тут будет. Я вот уверен, что ничего не будет. У меня вынос с хаты. Так, спокойно, блядь. Я тебе сейчас... Сука, фонарик! Ты падла! О, лампа. Светомузыка. Фонарик. Линейки. Пенал. О, это какой-то чехол. Это детские, ну, школьные, точнее, принадлежности. И какие-то вот... О, ой, акула из Икеи. Забираем. Она потрошенная. Так ее мусором, их на барахолке так покупали. Покупают? Ее просто набьют. Она потрошенная. Ее набьют, да, и продадут. Конечно, их берут. Дим, я пернул. Дим, я, у меня хуй чешется, Диме. А тебе хуем по губе. Конкурентка уже притарилась, Диме. Сука, я уже злой. Вон,
все подрала. Конкурентов кошмар, ребят. О, нифига, какая одноразочка. О, светильничек. Может, даже рабочий. Ну, те, что в коробках возьмут эти. Пиздец, два светильника уебищных, походу, сгоревших. И одноразка. Все, больше ничего. О, а тут техника. А что это? Это от машины что-то, посмотри. БМВ. Вот тоже. О, нифига, какой мини-газовый лифт, смотри. Ну, он спущенный. Так, что тут у нас? Сегодня, кстати, мы, ребят, на мопедах, потому что на улице плюс 10. Погода офигенная. Тепло. Что? На Матизе лишний раз не выезжаем на Димином, потому что, ну, не особо по кайфу. Мне, допустим, на нем ездить. Матиз вообще неудобный. Да залупа, да залупа, где все находки, блядь? Помойте, вот там, подарили вот тому деду на велосипеде, бля. Ребят, разрываю пакет, уже думал снимать не буду, а тут вынос с хаты. Вот это для посуды штучка, тряпка, вот тут какой-то провод. О, DVD-шник, весь мокрый, BBK, может и купят. О, вынос с хаты. О, каликобактеры. Поликоляк, поликоляк телепилили. Дими, поликоляк телепилили. Это самолет, очки пилота. Это каликобактеры пилили. Вот, вот. Оставим это, а то мы такое хрупкое не довезем. Опа. Вот это светильничек. Обалденный диодовый светильник. Не факт, что рабочий, но вдруг повезет. На, жвачку нашел и шампунь выгодный. Соответственно, можно будет выгодно мыться. И вдвойне он выгодный, потому что бесплатно достался. Правда, он какой-то очень жидкий, но выгодный. Будешь жвачку? Я потом схаваю. Посмотрите, ребят, какой красивый район. И что тут происходит? Просто из люков сочится говно. Сраные тряпки. Вот эта желтая вода, это моча. Вот, посмотрите, все в сраных тряпках. И ебашут говны из люка вот там. Вон коричневенькие, видите, кусочки говна? Коричневенькие, вон. Посмотрите, ебашут говна. А дом какой, посмотрите. И тут много где так. В Краснодаре это проблема прям. Но ее никто не решает. О, на икосики, на растопочку. Хотя целый он. Второй вот найду, если то продам. Не найду — в печку. Трусички, женщики. Диме, давай сюда. Диме. Второго не нашел, придется этот сжечь. Посмотрите, ребятки, чемоданчик какой хороший, только колеса поломанные. Ну, неудивительно. Приправа для мяса острая. Это возьмем. О, мибенди. О, мибенди. Ребята, мибенди. Охренеть, мибенди. С зарядкой. Мибенди, мибенди. Оригинальные. А это какие, с экраном? Вау. Всякие ручки. О, брелочек прикольный. Косметику возьму. Карандаши, вот это вот все. Мибенди. Не, ребят, мибенди топ. Это какие-то четвертые, наверное, с экраном. Такие стоят на Авито, наверное, 1500. Я не знаю, Дим, тут экранчик тоже это есть. Пятерочки. Пятые мибенди? Пятые мибенди. Вот столько на Авито стоят. Ничего они не стоят. В смысле? 300 рублей они стоят. Или 200. Ты что, гонишь? Нет. А сейчас какие последние? А шестые, бэушные, около 700 рублей стоят. Они недорогие. Не дорогие Xiaomi часы. Мы их никогда еще не находили. Квадратный Amazfit. Давай сюда. Ну, они оригинальные. Если фигня. Ну, вот именно. Не нравится тебе это? Ты заелся уже. Сейчас будем шляпетками топить печку, локоцаками и всякими вот такими кроксами. Но самое интересное, как будет вот это грибковидный Balmain гореть. Они весят? Ребят, вот этот кроссовок весит килограмм где-то. Врагу не пожелаешь такую обувь. Thank you.
Так, и парочку дровишек. Все, ждем тепло. Дима, не спеши. Я сейчас готов задрать ее. Блять, я уронил мандарин. Мы на с хаты у ребятки. Шматковидная, сука. Ты чё нахуй, дядя, ебанулся, блядь? Ебать, это что за материал? Возьми в руки это говно. Это клеёношная куртка, бери, такое купят. Смотри, бренды или нет. Кстати, хорошие, Дим, бери на продажу. Вообще, плюс 13 градусов сегодня. Хотя число какое? 21 число. Декабря, когда в Питере, в Москве морозы кончены. Да, тут, блин, 13 градусов. О, донатер. Роме, Дромику, Драше, Артемику, Максу передаю привет, а Буребяврядя желаю. Всего самого наилучшего, чтоб помоечка не кормила. Привет. Вот так вот, ребят, стрим параллельно веду и разрываю кормилицы. Ой, ебать, вся еда высыпалась. Картошка. Ох, какие, ебать, печенюшечки славные, ребятки. Надо попробовать. Ой. Очень уж оно аппетитное. Это что за котишок? Вкусненько. Чуть сухое оно, но вкусненько. Будешь кукусики, Див? Нет. Блять, убери. Да на, да вкусное. Я хуйню бы не ел. Я не буду. Бля, ну ты как. Я отрестать не хочу, ребят. Зачем ты кукутик скинул, выкинул? Пойдет съедобно, но он старый. О, шапочки. О, Диме. Вот это стиль. Дим, покажи шапку. Ебать. Куклы? А, у них хвосты были, их отломали. Это морская фея с хвостом была. Хвосты везде поотламывали. Вот тут нет. Вот дворник на баночках двигается, баночки собирает. Так, подъехали к побоечке, а тут бам, микроволновочка сюда. Да, система у Димы. А что не починишь? Я пытался замок починить, кстати. Дим, поясни за Stone Island. Поясни за то, что поясняешь. В смысле? В прямом. Мы на улице встретились, ты в стапке вот этой. Объясни, почему ты ее носишь. Потому что я ее в помойке нашел. Это не обоснование. Какое не что обоснование? Вот это значит, вот эта звезда? У тебя 8 забивов было, чтобы такое носить? Нет. И не будет. Тогда снимай. Тогда снимай сюда, давай шапку. Слышишь, кто? Что снимаю? Если ты не пояснишь за шапку, ты чушпан. Да я сейчас тебя баллоном залью, чушпан. Давай, ты не успеешь его достать. Дима, тут сосисочки. Куриные с сыром. Куриные. Куриные. Да, алло. Целый пакет, смотри. О, ой-ой-ой. Чувак, оно сейчас взорвется. А если кинуть? Кидаю гранату. Ого, один. У кого-то писюн вот столько сантиметров. А ну, установим на машину Диме. Блять, ты опять с могилы хуеты набрал, нахуй. Уебал ты. Диме, клоповидный матрасик, Диме. А что с ним? С него содрали покрывало. Ого, губочка. Ортопедическая губочка. А? Смотри, что это такое? Это мусоринка, это не клопи. Блин, какая губка, смотри, как она держит форму. Ортопедическая, Диме. Давай оторвем губки, ее можно под мопед постелить. Она вот так руку положи. Смотрите, ребят, как держит форму. Возьмем себе такой губки божественной, ортопедическая губка. Кормилица, ой, какая сытная сучка. Убери ее подальше, чувак. Сейчас как рванет. Контузию неохота получить, Диме. О, штора. Штору купят. А, не, это платье. Детское платье. Или, да, детское. Берем платье. В пакет чистый убери. О, цепи. Дим, смотри, какая цепь. Это можно на шею повесить. Это можно вместо оружия самообороны. Она тяжелая. А ну. Все, ты теперь рэпер. О, у меня курточка. Курточка это имба. О, мужская Adidas. Какая двухсторонняя.
Ребята, правда пошарпанная, но вот по помойкам лазить пойдет. А ну примерю. Бомжом не воняет вроде. Слушайте, ну как будто я в нее... Я в нее как-то влетел прям хорошо. Утеплился, вот буду в ней сегодня ходить. Помоечка утепляет, а то реально было прохладно. Опа, ня-ня-ня-ня-ня. Кормилица как няня. Сейчас будет меня убаюкивать, надеюсь, находками. Опа, вынос. Как будто. О, прикинь. Прикинь, вот просто в груде всякой бибы камней я его нашел. Вот в камнях. И замок навесной. И вот еще такое. Ха, чуть-чуть жижи. Не, ребят, нормальная находочка. Чарень бейби. Вот такой вот чарёнчик. Честно, рабочий, блин. Но это только затягиваться, он весь грязный, ребят, фу. Его надо будет очистить. Я думаю, по-любому рабочий. На Type-C. Классный. У него еще эти съемные вроде. Да, вот съемные это вот эти штучки. Вообще ништяк, не ожидал. О, да, он работает. Сейчас что-то сработал. Главное, чтобы в кармане у меня не сработал. Закидываю, ребят, в карман. Может, еще какой-то подик тут будет? В камнях вот в этих. Так, тут много чего повысыпалось. Может, что-то высыпалось тут интересное. С этого пакета. Вот машинка металлическая. После ДТП, кстати. Но это тотал крыши. Блин, я думал, это лодка, ребят. Которая, знаете, с моторчиком по воде плавает. А это утюг. Он похож на лодку, согласитесь. О, кстати, а чё медведь вот такой вот тут валяется? Очень милый, кстати, и недешевый. Может, в нем клопы содержатся? Какие-либо насекомые? Ну, надеюсь, что нет. Надо забирать такого мишку красивого. Ко-ко-ко-ко. Ух, нифига, дровишек сколько. Ой-ой-ой, уже напиленные. Дима, это счастье. Антенна для машины? А что вот это вот с проводом? Нифига себе, ребят, что Дима нашел, смотрите. Тройная плоечка, смотрите. Волосы эти, завитки делать. Волосы кучерявые женщины делают вот этим. Дворник не пожадничает дров, когда придет сейчас на эти звуки. А дворник может сейчас на звуки прийти. Ломание дров. Ну мы прям, деревня прям выбралась в город. Чисто на охоту за дровами. Так, давай, Димочки, подъезжаем. Ну, бейби. Вот это очень сытная помойка. Я там уже что-то вижу. О, ящик топовый. Ребят, ящик очень классный вот такой. Он в рыбе или в чем? Да не, он целый. Хороший очень ящик, только он треснутый немножко. Надо такой нам ящик? А, он весь побитый. Так, ну я в этот ящик... Опа! Опа! Папочки, что за папочки интересные? ЖСК губернский. А, квартиры, планировки. Щетка для собак, расческа, поводок. Вот это вот все собачачье. Поводок еще вот всякое вот. Собачачье. Все, это забираем. Это купят на барахолке. Дима, лови. Хьюго Босс джинсы. Нифига себе. Только ему очень плохо. Их, кстати, зашивали, но это не помогло. Коробка от Samsung S8. Нифига себе. Тяжеленькая, кстати. Нету там комплекта. Там хотя бы блока питания. USB-шечки, может, там наушничка. Ага. Так. Откуда вот это вот все посыпалось? Вот эти признаки выноса с хаты. Откуда это посыпалось? Где это выпало? О, Дима! Type-C-шечка топовая, коротенькая. Так, вот он вынос с хаты, ребят. Нифига себе, какая сумочка. Прикольная, прикольная, нормальная. Может, ее купят. Прада, нифига себе. Сумочка вот такая. Под телефон чехольчик. Кстати, в игрушках вот бывают телефоны. Детям дают играться. Только это что-то похоже на что-то для взрослых игрушку. О, кукла прикольная. Нифига топовая. Сапожки? Да возьми, они как будто из крокодила сделаны. О, вот эта помоечка очень уютная. Прям такое место для залутывания, ребят. Уже оборудовано. Все удобства для нас сделаны. Чтоб мы зашли так тут аккуратненько себе, никому не мешали. В своей, так сказать, комнате с баками. Тут даже гараж предусмотрен. Обалдеть. Толстовка, Дим. О, клавиатурка. Logitech. Такая бюджетная, но более-менее. Только она беспроводная. И, как обычно, ее выкинули без приемника. То есть она не будет никак ее не законнектить к компьютеру. Поэтому сделаем вот так.
Провел я краш-тест клавиатуры, что могу сказать. Ну, она не крепкая. О! Строительная рулетка. Но ей плохо. Хотя, может, вот в таком состоянии ее и даже купят. Хотя нет, точно нет. Но так-то мерить ей замерять еще можно. Как минимум, ну, писюн. О, скотч. Скотч хороший. Рулетку оставлю. Бомжам будут замерять что-то. Охренеть, ребят. Полный Акс Голд. А, у него пшикалка сломалась. Из-за этого выкинули. Так это изи починить. Да, вот просто она выпала со своего места дислокации, вот пшикалка эта. Пахный як, ребята. О, Акс. Топовый, полный, прикинь. Нормально. О, салфеточки. Щитненько, я корми. Посмотрите, какой актуальный товар просто стоит. Игрушечки новогодние вообще. Это, вот за эти игрушки на барахолке драка будет. Показывай. А? Манекены с грудями. Манекены с, с грудями, ребят, груди. Их может на барахолке купить могут. Тарелка, кстати, очень шикарная. У меня игрушечки. Актуальный товар сейчас. Еба, тихо. Стой, это не все. В смысле не все? А, не все. В гараж забираем, чувак. Это вообще божество. Кубинское.